какой-то супермаркет, и называется он «Гранат». На сей раз из-за того, что я уступила женщине место, я очень неудобно встала, мне ничего не было видно, короче, мне не было видно, куда мы там едем. И в итоге я провтыкала даже не одну, а тупо две, блин, остановки, прикиньте. Две остановки провтыкала. У меня вопрос вообще, я в ту сторону теперь иду? Вот куда нам теперь идти, у меня вопрос? Откуда мы приехали? Ну, туда, наверное. О, жопа! Чего? Ой, вот такие пироги, друзья мои. Вот такие пироги, говорю. Подарки, игрушки, цветы. Вот такие пироги, говорю. Магазин он. Подарки, игрушки, цветы. Ты под ноги смотри и вокруг что смотри. Короче, идем куда-то. Не знаю куда. Надеюсь, мы сейчас выйдем туда, куда нам надо. Вот поближе этот торговый центр, супермаркет «Гранат». Что? Ну, пойдем туда, что нам еще остается. Потом туда. Ну да, наверное, как-то правильно мы идем. Наверное, правильно идем, не знаю. Ну, в любом случае у нас еще масса свободного времени, потому как на часах только 13:22. У нас еще до 8:30 куча времени. Ну, я не думала, что мы будем до 8:30 вештатися. Вот, поэтому идем. Вроде не самый стрёмный район, мне кажется, честно говоря. Вот там вблизи, вот там вдали, то есть. Я не знаю, видно там или нет. Там есть, ну, дома, короче, да. Один, второй, вижу там. Есть там, нету, третий дом. Дома, короче, какие-то. Один дом даже в жовто-блакитных тонах. Ну, там еще серенького и беленького добавили. Но, тем не менее, смотрю, у русских такая причуда. Очень многие вещи. Многие там дома строительные, там какие-то штуки оформлять. Да полно, бля, тут прям полно всего. Так это не самый стрёмный район. По-моему, этот район мне предлагал. Вот там за кустами куча домов, ребят. Мне кажется, не самый стрёмный район. Мне как-то Вова предлагал здесь жить. Хата вообще, короче, за 9 000 однушка. Тысяча? Но за 9 000. За 1000 нет таких квартир, заяц. Это мы за 1500 рублей с папой когда-то снимали в Донецке. А здесь таких цен нет. Короче, мне кажется, что... Я очень надеюсь, что мы идем правильно, это во-первых. Во-вторых... Мне кажется, что это не самый стрёмный район, скажем так. Надо будет с Володей поговорить, правильно ли я думаю, тот ли это район. Но в любом случае мы собираемся жить в центре, а не на окраине. И мы хотим двушку с хорошим ремонтом. А там, что у нас, так сказать, будет на рынке недвижимости, тому и будем рады, в общем-то. В общем-то, как-то так. Вот. Будем мы, в общем, идти. Очень надеюсь, что идем мы правильно. Будем мы идти. Что? Эту башню мы с тобой обидим. Да? Она свободная. Да? Так, друзья мои, еще раз. Когда ты видел? Эту башню ты не мог видеть, я синоватая. Такая водонапорная башня есть в каждом городе. И она была в Есиновой. Ну, это было в Есиноватой, а мы в Находке сейчас. Это Находкинская башня. Так, друзья мои, мы будем идти в амбар, так как и фикс маркет. Нам надо купить мне косметику, Володьке носки, ребенку что-нибудь, сладости надо купить еще. И еще там по продуктам надо докупить, по бытовой химии. В общем, я сегодня рабочая лошадка. Еще куча всего в порядок приводить дома. Вот. Посуду перемывать, готовить, кушать. Взяла с Дамиром сосиску в тесте и пиццу.
Пиццу пока не знаю, то ли сама съем, то ли напополам с Володей, то ли всю Володя отдам. Зависит от того, насколько быстро я управлюсь со своими делами. Вот. То есть, насколько быстро я приготовлю поесть, поубираю, вот это вот покупки все сделаю. Нормально ли я буду себя чухать, вот. То есть, ну, чувствовать, я так говорю иногда, чухать, да. Почему я так говорю? Потому что, ну, вдруг я буду себя плохо чувствовать, захочу перекусить и поотдыхать немножко. А перекусывать, ну, у нас есть, в принципе, что там у нас. Просто я сегодня... Ну да, там так красиво, может быть. Всякое может быть. В общем, я не знаю. Там горы так красиво. И прям облака прям как на них лежат. Вот там вот одна гора. И там, короче, горы так лежат красиво. То есть облака вот там вот на горах прям. Я не знаю, я не вижу, передает ли эта камера, но это так красиво, это так прикольно. Вообще. А вот район этот поближе. Такое, знаете, ну, город молодой, не застроенный еще, возможно, в этом причина, что так оно все сыровато, скажем так. Я вот очень часто хожу, что-то здесь записываю, и, честно говоря, я практически не вижу никаких людей, которые попадались бы мне, допустим, навстречу, шли рядом и так далее, да? То есть, ну, как-то мало. В центре, да, все ходят, снуют такие, а здесь что-то, короче, ну, мало-мало людей. Так понимаю, вот эта штука, это будет либо какое-то, либо было, либо будет какое-то поле. Кстати, ребят, когда мы с Дамиром заблудились... И, значит, мы были в этом. Вот в тех дворах я вам показывала, когда он сидел, читал книжку про мимимишек. Значит, там... Что там происходило? Там делают площадку, я так понимаю. Обустраивают придомовую территорию, убирают ржавые заборы в данный момент. Вот. И это очень хорошо, это плюс. Это прям плюс. Мастерский участок, находка. Боже, куда нас черти занесли? Я очень надеюсь, что мы идем с тобой правильно. Я так не хочу повторять историю, как это было с пляжем, что мне сейчас придется в итоге открывать навигатор и смотреть, куда же мы приперлись. Очень-очень мне бы этого не хотелось, вы знаете? Да. Очень. Что? Краны. А, краны, да, краны. Ой, мать, где мы? Что за жопа? О, доброе дело. Доброе дело, кстати, колбаска это с солями. Очень, очень вкусная эта фирма, доброе дело. Мы уже какой-то мой. Где мы, блин, вообще живу? Какой-то мой какой-то. Так, самое главное, чтобы у меня не сдох мобильник. Потому что сейчас вопрос стоит даже не в том, сдохнет ли он. Ну, проходи, мне тоже ж надо идти. Сейчас вопрос стоит даже не в том, чтобы у меня там не сдохла батарея. Срать на батарею, у меня пауэрбанк полностью заряженный с собой. Ну, может, там 3 деления осталось, а не 4. Вот. Ага. И короче, дело к ночи. Мы правильно идем. Это остановка. Остановка, да. Главное, чтобы мы вообще в ту сторону шли, а то что-то как-то мы так идем. Одну остановку уже прошли. Что жопа вообще? Где мы, блин? А? Все там место не нравится. Тебе не нравится? Ясно. Ой, тут главное даже не в том, что у меня там заряда на батареи не хватит. Амбар, все, я вижу. Мастер, вот это шано, да? Или нет? Нет, это не амбар. Где мы? Ребята, мы все еще ходим по этим кучерям, дворам, домам. Город молодой, городу около 70 или 80 лет. Да нет, то не амбар. Городу около 70 или 80 лет. И, значит, он еще не достроенный весь, он не обустроенный. Тут еще стройка продолжается и продолжается. Какая-то речка, он там засохшие какие-то. Ой, я очень надеюсь, что мы идем правильно. Наверное, стоит открыть навигатор, прямо сейчас остановиться,
открыть навигатор и посмотреть, как плохо и как тяжело, когда у тебя топографический кретинизм. Настолько сильно развит, что ты порой по навигатору не доходишь. Все, ребята, я буду навигатор